и безоблачную даль. Уходим мы с тобой, манит древняя истина в мечтах. Лопаты за спиной, надвигается утром новый день, и мы идем вперед. Металлоискатель нас ведет. Пустью дожди в лицо, когда добычу ищем мы. Вот приехал на пляж. Вот в этом месте, где я сейчас иду, уже обычно была вода. В этом году такого еще не было. Везде воду выгнала. Выгнала хорошо. Поэтому сейчас будем искать. Возможно, что-нибудь и найдем. Приятного просмотра. Будем надеяться на хорошие находки. Сигнал был как бы хороший, но получился у нас ключик от банки. Здесь вот за деревьями еще вот здесь затишек, то если я выйду туда вот ближе к воде, там будет сильный ветер. Но здесь еще более-менее. Можно говорить, я нормально слышу камеру. 50 копеек одежда. Вчера утром заезжал, но ехал по работе мимо, просто глянул, еще следов не было. Ну, уже кто-то пытался копать. Ямки уже присутствуют. Вот, смотрите. Еще не это самое, только достал, еще не чистил. Вот из этой ямки. Вот. Кромка воды. Причем здесь вот куча ямок. Это копал не я. Все место ископано. Вот не знаю, еще оно или не оно. Потому что еще идет. То, что колечко, это однозначно. Сейчас я буду его мыть. И будем вместе смотреть. Заблестит или не заблестит. Лежит давно на нем на острове. Сейчас чуть почищу и покажу. К сожалению, облом, это не золото. Поэтому как бы сразу пробы нету. Ладно. Ищем дальше. Но начало есть. Первое колечко. Хоть и не золотое, но все равно приятно. Находочка еще, смотрим. Это монеточка. Вот.
ниточку сейчас, по-моему, лучше. Посмотрим, что это. Вот в комочке монетка, я еще не доставал ее. Вот она как лежала. Сейчас будем смотреть, что это монетка. Махонька. Это Обыкновенно поздний СССР. Сразу блестело. Вот еще раз такие. Вот еще. Выскочила двушка такая. Какой год не подят, а за 60 какой-то. Разобраться не могу. Или 68. Что это такое? Вот это вот ямка. И вот монетка. Это у нас трёшка. Девушка 61 года. Да. Советиков поздних уже копейка, двушка и трешка. Вот это еще монетка, что выскочила. Это у нас рубль ходящий. Еще одна находка. Вот 10 рублей стоила ходячка. Но я не буду там больше так снимать вот эту всю мелочь, чтобы оттуда камере батарея садится. Если что-то существенное, тогда буду снимать. Вот закончился мой коп на пляже. Вот такой вот результат у меня получился. Вот так, свинец. Даже там крючки вон торчат. Вот. Вот такие вот грузила всякие. Вот это вот латунная или медная штучка. Три монеты по 10 рублей ходячки, две по 5 рублей, три по 2 рубля, 5 по рублю. 50 копеек. 1, 2, 3 и еще раз 3. Поздние советы. Причем, которые в ЛУ лежат, их вытираешь, они блестят. Которые ближе к берегу, которые были вымыты из грунта, они примерно в таком состоянии. И вот такая вот какая-то штучка непонятная. Какой-то электронный носитель, наверное. Ну и про колечко.
я круто обломался. Обычно бывает, когда вытаскиваешь с тыла кольцо, оно покрывается зеленоватым налетом. Ну, пальцы вот так вот протираешь, и оно блестит. Сперва казалось, что да, это кольцо покрыто налетом. Но когда начал вытирать, блеска так и не появилась. Я понял, что это не золото. Причем здесь нету хорошей полировки, нету пробы. Это самодельное колечко из латуни. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Love you.